Денис, наконец-то наступил вечер пятницы. Ты так давно этого ждал. Давай, прямо сейчас, сделаем что-то нереально крутое, от чего все встанут и будут нам аплодировать. Подожди, успокойся. У тебя не хватит денег на все твои нереально крутые вещи. Мало того, если этот проект вдруг окажется провальным, ты будешь опозорен на всю Россию. Вернись к реальности. Тебе всего лишь 20 лет, и ты студент обычного провинциального университета. Как и многие другие, не более того. Ладно, хорошо, как хочешь. Вот только лицо у тебя сейчас какое-то красиво-печальное, что ли? Да, печальное. Но ведь и красивое одновременно. Смотрите, какой я дворянин. С сигаретой и фужером дорогого вина. Одинокий романтик. Сигаретки мы курим, винцо попиваем. Как будто ты не знаешь, что выпивкой и сигаретками проблемы не решаются. Да пошло оно все к черту, слышишь? К черту его матери, брату, свату и троюродной сестре его отца. Ты понял меня? Понять-то я понял. Но вот согласиться не могу. Знаешь, жизнь интересна лишь тогда, когда ты борешься за каждый счастливый момент, за каждую улыбку, за каждую мысль о том, что все хорошо. Чего молчишь? Ты ведь себя считаешь крутым парнем, даже не крутым, а выдающимся человеком в истории. Разве не так? Да, я выдающийся в мире художник, культурный деятель. Я не рисую, я создаю мир для людей, и этим горжусь. Выдающиеся люди должны делать выдающиеся вещи. Что непонятно? Ты ведь сам прекрасно понимаешь, что ходить каждый день на работу с 8 до 5 – это не про тебя. Ты уже сейчас ноешь, как девчонка, мечтая о полной свободе во всем. Мечтаю. Но я же пишу картины. Многим людям они нравятся. Сейчас каждый второй пишет картины, и всегда находятся дураки, которым нравятся их работы. Дуракам нравятся дураки. Умным людям нравятся умные. Скажи мне, где в этой великой формуле деньги? Как-то где? Везде. Написал картину, продал, получил деньги, все. Точно. Десятку. И когда тебе принесут деньги? Сколько пройдет времени, пока тебя кто-то заметит? Ты что, принцесса Фиона в башне? Сидишь и ждешь, пока какой-то Шрек-продюсер вместе со своим директором галереи придут и спасут тебя. Самому не смешно? И что ты предлагаешь делать? Ты же боишься. Тебя же пугает то, о чем мы говорили сегодня. Хватит, дело говори. Ладно, слушай. Талантливых и образованных людей огромное количество. И все они ищут свое место под солнцем. В большинстве своем они стадо. Ими можно и нужно управлять. Так сказать, использовать их талант. То есть нужно создать такое место, где они будут отдыхать и надувать сопли перед друг другом. Понимаешь? Понимаю. Продолжай. Так вот, все эти люди будут любить и уважать того, кто предоставит им возможность реализовывать свои творческие амбиции, помогать им в продвижении, может даже и за деньги. Улавливаешь? И? Кто создает клубы, тот имеет деньги. Даже магазин дешевой водки – это клуб любителей дешевой водки, куда будут съезжаться алкоголики со всего города только ради того, чтобы поговорить о том, насколько у них плохая жизнь. Люди – стадные животные. Запомни это. Я понимаю тебя, но я сам творческий человек, и мне хочется прославиться своими работами, а не клубами. Конечно, ты прославишься. Тарантино тоже творческий человек. Сценарии пишет. Только начал он свою карьеру после того, как сам нашел деньги, сам нашел людей и сам снял свой первый фильм. И только потом к нему пришли люди и добавили ему денег на второй фильм. Заметь, добавили, ведь у него уже были деньги, заработанные из первого фильма. Он был продавцом в магазине, а стал знаменитым на весь мир. Знаешь, почему у него получилось? Он рискнул. И ты тоже можешь сделать что-то такое, что принесет тебе первые деньги. А потом делай, что хочешь. Ты прав. Нужно пользоваться моментом. Надо подумать. Чего тут думать? Посмотри внимательно по сторонам и просто реши, чем ты хочешь заниматься и что тебе для этого нужно. Остальное придет само. Как? Почему само? У тех, кто считает себя выдающимся, всегда приходит. Таких примеров тысячи. Как раз Тарантино – один из них. Нужно только четко решить, чего ты хочешь, и не отступать. Ты меня понял?